А зараз я запрошую до виступу групи народних депутатів Олексія Леонова, Олега Кольова, Олександра Сови, Дарію Володіну, Артема Дмитрука та Олександра Горенюка. Будь ласка. Уважаемые коллеги, дорогие одесситы, сегодня наша команда выступает с инициативой создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования нарушения Конституции и законов Украины одесским городским головой Геннадием Трухановым, а также провести расследование преступлений и внедрение коррупционных схем, ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений Геннадия Труханова и должностных лиц Одесской городской мэрии. Зачем нужна такая следственная комиссия? Прежде всего, к нам массово обращаются одесситы с жалобами на проблемы в городе, которые происходят в Одессе в течение всего периода правления Труханова. Колоссальные масштабные коррупционные схемы, разворовывание городской собственности и бюджетных средств, незаконная стройка и уничтожение уникальных архитектурных и природных объектов. Обо всем этом уже давно известно каждому одесситу. Каждому одесситу, но не правоохранительным органам, в чьи обязанности входит расследование подобных преступлений. Точнее, расследования уже неоднократно начинались. Фактов для них более чем достаточно. В уголовных производствах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют более сотни миллионов гривен. Но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны Одесского городского совета во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям, гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что не ответили настоящие виновные. Те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер по пожарной безопасности. От имени наших избирателей, одесситов, призываю вас, коллег, поддержать создание следственной комиссии, которая, наконец, сдвинет с мертвой точки расследование преступлений, где фигурируют нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов и должностные лица Одесского городского совета. Весна пришла. Должны быть и посадки. Спасибо за внимание. Добрый день, Одесса. Мене звуть Олександр Горнюк, я одесит і я мажоритарщик з Одеси. Вчора в Одесі була пожежа. Пожежа в будівлі, де було зроблено ремонт за кошти Одеської міської ради. Минулого тижня в Одесі була пожежа. Минулого року в Одесі була пожежа. Ця пожежа забрала життя багатьох одеситів. Одеса горить. В Одесі незадовільний стан громадського транспорту. В Одесі системно не працюють ліфти у багатоповерхових будівлях. Діти гинуть у багатьох районах Одеси через елементарну відсутність пішохідних доріжок у той час, як очільники місцевої ради обіймаються флагами чи чимось іншим з містами-побратимами. Пляжі в Одесі доступні елітам, а не одеситам. Одеса забудована. Ми останні 5 років можемо спостерігати бетонний тероризм в Одесі. Це явище, і я особисто вважаю це злочином проти пам'яті найкращого міста на землі. Одеса горить. Кожен школяр, що вивчає правознавство в школі, точно знає, що кримінальним порушенням є діяння у формі дії або бездіяльності, що тягне за собою кримінальну відповідальність. І дії, і бездіяльність Одеської міської ради призвела до численних проблем в місті Одеса системно за 5 років. Тому саме сьогодні ми запускаємо тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, метою якої є перевірка на порушення законів України та, зокрема, Конституції України Одеським міською головою Геннадієм Трухановим. Ми не будемо більше це терпіти. Досі усі розслідування, усі матеріали будуть публічними, і ми будемо звітувати особисто одеситам. Ми запрошуємо усі ЗМІ до співпраці. Дякую за увагу.
Я поддерживаю инициативу своего коллеги Алексея Леонова в создании такой необходимой сейчас следственной комиссии. Мы, как депутаты-мажоритарщики, еженедельно проводим приемы граждан и видим, с какими проблемами приходят люди. Зашкаливающий уровень коррупции в местных органах власти, незаконные стройки, постоянные пожары и другие трагедии, от которых местная власть отворачивается и отказывается нести за это ответственность. Геннадий Труханов слишком засиделся в своем теплом кресле. Мне кажется, ему пора сменить локацию и посидеть немножко в другом месте. Спасибо. Спасибо. Дякую за увагу.